Про Государственный банк слыхал? Слыхал. Так вот, получай его со всем содержимым. Ты назначаешься в Государственный банк полномочным министром по нашему комиссарам. Мистер государь, Российский государственный банк находится вне политики, вне боевых групп и партийных раздоров. Малейший подрыв случится катастрофа. Банковые билеты потеряют силу. Остановятся заводы. Западные страны предъявят претензии. Россия погибнет. Господа банковские деятели, какой же подвести баланс вашему поведению? Фамилии у вас немецкие. Капиталы вы охраняли французские. Со шпионами знали с английскими. А порядочки мечтали завести японские. Не выйдет! Плохо работаем. Меняйте. Помогать пришли. Товарищами будете. Вредить? Так кому? Я Дуня, графин лобзал. Бывало, возьмешь и так. От вас. Не понимаю. Люди, пожалейте, не обманывайте. Всю жизнь обманываю. Внесено предложение принять из прений обращение к союзникам, обращение к цивилизованному миру, закон о неприкосновенности членов учредительного собрания. Караул устал. Я тоже в защиту. Только вам защищать их, до купца Смирнова, до офицерскую честь. А я защищать хочу выборгскую сторону. Питер и советскую власть. Верно говоришь. Думал ли я, питерский токарь, что когда-нибудь первым буду глядеть первый бюджет рабочей республики?